знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Начинается утро на Болткоме, утро вторника. Сегодня у нас 26 июля, заканчивается уже второй летний месяц. Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. Доброе утро. И как он потихонечку заканчивается? Есть еще несколько дней позагорать, может быть, искупаться. Сегодня температура, в принципе, где-то плюс 25-26 градусов, а вода в районе 20. Правда, после обеда могут быть грозы, поэтому сейчас все бросаем и по машинам, по коням, по электричкам, по велосипедам, пока не началось. Ну, а у нас начинается киевское время. Мы живем рядом, но хорошо ли мы знаем друг друга? По будням на Радио Болтком слушайте программу «Киевское время». Об истории, культуре, современной жизни Украины. О героях прошлого и настоящего. «Киевское время» на Радио Болтком. И в рамках программы «Киевское время» мы сегодня поговорим о том, действительно, как жители Латвии жертвуют деньги на помощь Украине, и в Украине требуются машины скорой помощи для вывоза раненых с передовой и внедорожники для транспортировки бойцов. Вот организаторы инициативы «Твиттер-конвой» и фонд «Агендум» отправили в Украину уже более 450 автомобилей, а может быть и больше. Вот обо всем об этом, мы надеемся, нам расскажет инициатор проекта «Твиттер-конвой» Ралис Штурман и комиссар Международной автомобильной федерации Рейнис Познякс. Здравствуйте, Рейнис, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И как самый настоящий ралист находится за рулем, судя по картинке. Не-не, нельзя так делать. Я остановился. Но я по пути в Украину опять, да, просто тут остановился на бензоколонке, чтобы пообщаться с вами. И где вы, и что вы везете, что доставляете, куда? Нет, сейчас мы пока в Литве. Надо там что-то отвезти, что-то забрать. Такая небольшая, быстрая выездка туда-обратно. Да, может быть, несколько слов о том, вот как появилась эта инициатива, потому что я так понимаю, что все началось просто с одного автомобиля. Ну, не, на самом деле все началось с 8 автомобилей, когда мои друзья первое воскресенье, когда война началась, прочитали в Фейсбуке просьбу, что нужны машины, и друзья там скинулись просто между собой, купили 8 машин, там пару, по-моему, тоже пожертвовано машин было, и меня пригласили водителям, ну, помочь их отогнать туда. И мы это сделали. И после того, что мы там увидели, как-то возвращались. И ну, там большая череда случайностей. Но мы решили, у нас было время просто посидеть и подумать, и понять, что надо это все продолжать. И искали, как бы думали, ну, где достать денег, потому что своих уже не было, и думали, кого спросить. Ну, я решил, что, ну, если уже когда-то надо в соцсетях свой банковский счет публиковать, то это тот случай. Я это сделал, и надеялся изначально там на одну, может быть, в лучшем случае, две машины. Но закончилось это тем, что на следующий день уже мы выехали с еще 8 машинами, и на данный момент где-то 540 машин уже отправили, и это тоже еще не все. 540 машин, какие? Это легковые, джипы специального назначения, например, скорой помощи? Ну, скорых помощи, к сожалению, не так много. Конечно, спрос на них большой, но они довольно большой дефицит. Но в основном это, да, внедорожники, 4x4, полноприводные машины. Но, в принципе, там, ну, на самом деле, машин становится только меньше. И нужны они всем, начиная от врачей, военных, и заканчивая волонтером, семейным врачом,
чтобы пациентам попасть, ну, практически всем социальным службам они нужны, и я говорю, их становится только меньше, а не больше. Как происходит оформление? Здесь же нужно машину как-то зарегистрировать, отогнать, перерегистрировать. Там нет такого, что поехал, просто отдал, на тебе ключи, до свидания, удачи. Ну, первые две недели, три недели, это именно так и было, что всем было все равно. Можно было просто все вести, отдавать ключи. Но потом, конечно, навелся порядок, что хорошо и правильно. И уже сейчас мы все делаем абсолютно, ну, как бы, как полагается. Я хочу, на самом деле, очень поблагодарить и наш ЦСДД, потому что из-за того, как там организованы процессы, именно из-за того мы можем так много машин отправить, потому что там вот оформление транзитных номеров и все такие дела в Германии, во Франции могут занять дни, если недели. У нас это происходит там за минуты буквально. И это очень-очень важно вот в таких критических ситуациях, что мы можем эти все формальности очень быстро оформлять и не терять на это много времени. Насколько опасны являются вот эти поездки, и насколько действительно вы рискуете, близко подъезжаете к передовой? Были ли какие-то острые ситуации в дороге? Ну, в дороге бывало разное. Самое опасное для нас и наших волонтеров – это именно сама дорога, ну, потому что ехать 12 часов ночью, ну, не каждому легко. И вот у нас как раз неделю, по-моему, назад была первая, слава богу, большая авария, потому что, конечно, люди очень стараются, им трудно признать, что они устали, может быть, им нужна замена. И это самое сложное, их убеждать, что не надо себя мучить, и главное доехать. Они, ну, не любой ценой, не рисковать жизнью, а просто доехать, и там 3 часа раньше или позднее ничего не поменяет. Но так, в принципе, мы едем, переезжаем только границу, и то есть со стороны Украины уже сами эти получатели приезжают и машины забирают. Насколько, как вы возвращаетесь? То есть я понимаю, что оставляются машины, а каким образом вы возвращаетесь? Насколько это? Ну, мы отправляем, с каждым конвоем едет бус или два буса, в зависимости от размера конвоя, который, да, везет людей обратно просто. Угу. Насколько меняется, вот, ну, не чувствуется ли какая-то немножечко усталость, то есть насколько собираются сейчас деньги, потому что многие говорят о том, что, может быть, из-за того, что война так длится долго, у людей притупляются, вот, может быть, какие-то чувства, ну, сочувствия и желание оказать помощь. Ну, конечно, я не хочу сказать, что сочувствие как бы уменьшается, но, конечно, что ресурсы ограничены, и, ну, это чувствуется, да, спад. И поэтому мы как бы тоже, ну, планируем уже, ну, как чуть-чуть, может быть, уменьшили эти обороты и рассчитываем, ну, чтобы мы могли дольше время продолжать это делать. Ну, конечно, поступление денег уменьшилось, оно, ну, можно сказать, стабилизировалось, нет уже таких больших волн, как в начале это было. До сих пор люди жертвуют машины. И так что, да, ну, я говорю, такой большой волны, как в начале, конечно, уже нету, но до сих пор люди жертвуют и деньги, и машины, и благодаря этому мы можем продолжать это еще некоторое время. Надеюсь, что мы все надеемся, что просто скоро уже не надо будет это делать. Да, это правда. А скажите, с машинами вместе какие-то грузы передают заодно тоже? Их же можно нагрузить чем-то полезным по дороге? Ну, мы иногда так делаем, не всегда. То есть, как бы, у нас нет цели обязательно все машины нагрузить полные, потому что, ну, машина идет на разные места, и если машина идет для военных, и они там спрашивают, ну, то есть, если получатель конкретно спрашивает, что ему нужно бы то и еще что-то, то
то мы, конечно, пытаемся это найти и загрузить эти машины полные, но если они сами не спрашивают, мы это не делаем, потому что, ну, чтобы не нагружать их там тоже лишней логистикой, потому что обычно они машины забирают, едут сразу на фронт, у них ограниченное время на это, и чтобы там, ну, не заставлять, не просить их куда-то ездить, что-то разгружать для кого-то другого, мы это не делаем. Мы говорим, делаем только тогда, если сам получатель машины что-то, ну, просит специфично ему туда положить. Ренис, учитывая, что сотнями уходят на Украину машины, в основном это подержанные машины, как эта ситуация отразится на автомобильном рынке Латвии в принципе? Ну, хочу сказать, что, наверное, климатическим целям страны мы приблизились на года 3. Ну, потому что все эти машины, да, джипы, ну, не все, но в основном и джипы с большими двигателями. Но я, ну, конечно, уже такие, там вот ценой, ну, до 5000 евро полноприводные машины, конечно, уже большой дефицит. И на самом деле это есть очень, очень плохое время сейчас в автомобильном рынке вообще, потому что есть большие проблемы с производством новых машин. И люди, ну, как бы долго держат те машины, которые у них есть. И мы тоже сталкиваемся с такими ситуациями, что, ну, человек как бы хочет жертвовать хорошую машину, но потом говорит, извините, все-таки не могу. Я зашел в салон, мне говорят, 1.5 года ждать новую машину, да, мне надо на чем-то ездить. И это тоже как бы на нас отзывается, что не приходят новые, ну, машины и в этот вторичный рынок. Как украинская сторона, вот завязались ли у вас, может быть, какие-то связи, какие-то знакомства? Ну, я имею в виду, что вы встречаетесь ли каждый раз с новыми людьми, или, может быть, есть какие-то уже контакты? И как вообще вот, ну, вот реагируют они, насколько выражают благодарность? Ну, это даже трудно как-то словами выразить. Конечно, у нас много-много новых друзей и знакомых в Украине. И да, ну, бывает, ну, есть и такие постоянные партнеры, с которыми регулярно там встречаемся, очень много и новых, ну, каждый раз новых, но да, друзей очень-очень много новых, и, конечно, все очень благодарны, и видно, что им это нужно. Мы и сами ездили там и в Киев, и в Харькове, побывали. Ну, то есть и на месте посмотреть, что и как мы еще можем помочь им. Так что да, друзей очень много, и я думаю, что нам будет долго что делать в Украине после победы. Для тех, кто хочет помочь, еще раз, вот, может быть, как найти этот номер счета, куда можно перевести? Я понимаю, что там любая сумма, любая, ну, просто даже небольшая сумма будет, если это будет большое количество людей, это будет помощь. Ну, конечно, это, кстати, до сих пор у нас в основном в небольших суммах пожертвований. Это огромное количество людей, за что я им очень благодарен, потому что из всех 500 с чем-то машин, половина машин куплена за деньги, а половина и пожертвована. Так что да, насчет можно найти, у нас есть страница www.agendum.lv, там ее можно найти, можно в соцсетях моих, в Твиттере, где все это началось, меня найти, там тоже есть реквизиты, да, но www.agendum.lv. Там все реквизиты и способы жертвований указаны. Итак, Twitter Конвой и фонд Агендум. Вот как можно найти. Рейнис Познякс, инициатор этого проекта, Twitter Конвой, Ралис Штурман, комиссар Международной автомобильной федерации, был с нами в прямом эфире, рассказал о этих конвоях, как раз таки автомобили, которые идут на Украину. Рейнис, огромное спасибо, спасибо и удачи, счастливого пути, хорошего дня, пока. Всего доброго. Спасибо вам.
слушаете Радио Болтком.